Большинство ограничений снято благодаря внедрению проекта «АШИК». Так стало возможным проведение коллективных богослужений в закрытых помещениях. Заполняемость при этом должна быть не более 20% при условии наличия зеленого статуса у сотрудников и посетителей. Спортивные мероприятия могут проводиться также по проверке через «АШИК» с 50% заполняемостью залов и трибун. Те же правила действуют в отношении конференций, форумов, зрелищных, а также семейных мероприятий с массовым скоплением людей. Я раньше Адам Дарта Тисереп Крыгас Генжен себе бы спорт. Конечно, это хорошо, что многое разрешили. Можно ходить в бассейны, спортзалы, фитнес-клубы, активно проводить время. Но все равно люди должны соблюдать санитарные правила, меньше бывать в больших компаниях, следить за своим здоровьем. Положительно, пора уже. Народ уже окреп, набрал, это иммунитет повысился. Ну и решение уже приняли окончательно. Следить за своим здоровьем надо, повышать иммунитет. Да, пора, конечно, рада. Только вот то, что надо вакцину получать, и за вакцину, например, в субботу, воскресенье, кто не получал вакцину, их не пускают, например, в заведение, торговые центра. Это очень не круто, по идее. Плюс ко всему, актюбинцам разрешено посещать выставки, где смогут присутствовать одновременно до 200 посетителей, и марафоны на открытом воздухе с количеством участников не более 500 человек при условии наличия зеленого статуса в АШИК и с отрицательным результатом ПЦР-теста со сроком не более 7 суток с момента отбора проб. Ирина Гудь, Жаслан Джубаев, программа «Факт».